I'm somewhere in the middle, try to find myself again. But life is one big riddle, all the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong, I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, 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 running into better times. Go, 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 from my emotions. I'll go, 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 running into better times, to 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 better times. Remember I was laughing in all the photos that you took, but now it looks like acting, like we were fiction in a book. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I'm leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong, I know it's good if I'm wrong. I got it, I gotta go, 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 running into better times. Go, 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 from my emotions. I'll go, 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 running into better times, to better times, to better times, to better times. Привет, ребята! Как ваше ничего? Что сказать? Сегодня у меня вообще деловой день. Даже не знаю, как его назвать, этот деловой день. У меня сегодня будет встреча в агентстве. Я туда пойду с юристом. Если вдруг вам предлагают что-то подписать, неважно что, всегда проверяйте все миллион раз. Обращайтесь к юристу и так далее и тому подобное, потому что некоторых вещей вы можете просто не знать. Хочется сразу заранее сказать, я ничего не подписывала, поэтому все норм. Но мне в любом случае нужен юрист, потому что когда придет момент, чтобы я что-то подписала, мне надо, чтобы юрист сказал, да, это можно. Поэтому сегодня у меня будет такой денек, остаются считанные дни до завершения моего контракта, так называемого. Это не такой контракт, типа, как у Джастина Бибера, нет, или у кого там, это другое. Поэтому я могу так сказать, я жду очень этот день, потому что сейчас я нахожусь в какой-то яме непонятной. Ну, яма, это, наверное, жестко сказано, типа, нет, у меня дела хорошо, но просто непонятная ситуация, типа, я и не там, и не тут. И тут у меня заканчивается уже как будто бы, что работать дальше. И там я не могу пока начать. Ну, короче, это если так сказать. Я хотела с вами подзлиться своим гардеробом. Ну, как шкаф, который забит максимально. Недавно я снимала переодевашку под песню «Бухгалтер». Думаю, что те, кто подписан на меня в Инстаграме, то вы видели. И вот решила вам показать, как у меня тут все. Там куча одежды, здесь одежда. Здесь вещи наши, которые я повесила. Ну, они и так висели какие-то. Какие-то я убрала. Вот это, вот это, вот это, вот это новые вещи, вот это новая вещь. Да, в принципе, тут очень много вещей новых. Вот это новая вещь. Убрала свою сумочку, потому что я всегда переживаю, если долго что-то носить, я думаю, что, блин, я ее сейчас затаскаю, и все. Поэтому периодически меняю, сейчас буду ходить с Прада сумкой. Что у меня тут? Как вы можете заметить, тут у меня все очень типа скромно. Тут всякие топики, маечки. То есть, ну, в основном сейчас из-за того, что холодно, все-таки как бы майки, топики это такое. Не особо-то и ношу. Поэтому вся, в принципе, основная верните одежда. Налево, а затем верните налево. Да. Вот здесь у меня штанички.
носочки моего брата, которые я как-то стащила с дачи случайно. Так что сейчас буду одеваться. И потом мы пойдем варить пельмени. Я не знаю, во что я буду наряжаться, но давайте представим, что мой лук будет выглядеть примерно так. Не знаю, я в этом не уверена. Но пока что наряжусь так. Понятное дело, что на ногах у меня будут не носки, а какая-то обувь. Ну и куртка сверху. Не знаю, может быть, черные ботинки у меня будут и черная куртка сверху. Ну, не знаю. Но просто очень хотелось нарядиться в эту кофточку. Классная. Кстати, я забыла ее снять в этих, в передевашках. Я в восторге от этих штанов. Просто они меня покорили, мое сердечко. Я не знаю, что с моими бровями в последнее время, но они у меня очень черные получаются. Я думаю, что это потому, что мне бы сделать ламинирование, но я боюсь, что пока что рано. Кстати говоря, встреча только что отменилась, потому что юрист не с нашей стороны не может присутствовать сегодня. Завтра он уезжает. Мой обед. Кстати, я не завтракаю, я только обедаю и очень плотно ужинаю, если хотите знать. Я делаю все наоборот. Говорится же как, что нужно плотно позавтракать, обед разделить с другом, а ужин отдать врагу. Я сама себе враг. Если вы помните, сколько здесь было, я все, я наелась. Больше не могу. Так, рассказываю новости. Мне все-таки пришлось переодеться, потому что сейчас за мной заедет Надя, мы с ней поедем в шоу-рум в центре, и та белая кофта, она не очень удобная для того, чтобы ее снимать, надевать, и я буду, ну, очень волноваться, что я испачкаю ее тоналкой, а здесь горлышко пошире в свитере. Очень классный, просто вау. Сейчас. У меня есть белая куртка из магазина Lime, офигенная куртка, но, видите, здесь тоналка. И сейчас самое время, чтобы все это убрать, потому что, ну, стыдно, просто стыдно ходить с таким делом. Как-то у меня была другая куртка-пуховик, но до сих пор у меня есть эта куртка-пуховик. И мне мои подписчики посоветовали все это дело отмыть как раз-таки просто мицеллярной водой. Поэтому сейчас все это мы с вами будем оттирать. Надеюсь, что ототрется, но вообще-то должно. Потому что ту куртку я офигенно отмыла, но, может быть, тут разные материалы. Да, вроде бы оттирается, только будет мокрая немножко. Ну, ничего, высохнет. Так, давайте сразу сравним. Тут сейчас мокро, поэтому такое себе. Лучше по внутренней стороне, наверное. Не знаю, видно ли вам, но просто на камере я не вижу. Короче, вот здесь просто сейчас мокро, но поэтому потемнее, но здесь именно тоналка. То есть она прям бежевая здесь. Так что сейчас будем оттирать, то это вообще не дело. Да, планы круто поменялись, но ничего, придется ждать до понедельника этой встречи. Для меня очень важно, чтобы скорее уже все случилось, произошло, потому что я ненавижу вот это вот ожидание. И как я и сказала, что я сейчас в подвешенном состоянии. Ну, не то чтобы что-то плохо, нет, опять же таки, все хорошо. Но просто вот это у меня состояние, что я и не там, и не тут, и я не понимаю, как мне действовать, и соглашаться мне там на какие-то проекты с одним агентством, или уже ждать, когда я выйду. Ну, короче, такое, типа, непонятная история. Не знаю вообще, могу ли я такие вещи рассказывать, но по сути, что такого, я же ничего такого не говорю, ни плохого, ни хорошего, просто... Просто жизнь идет, и в жизни нужно что-то менять. Вот, вообще нельзя на одном месте, я считаю, как-то долго сидеть, засиживаться. И у меня есть люди, с которыми мне бы очень хотелось вести какие-то дела. Надеюсь, что все эти дела будут происходить с очень хорошим образом. Все будут счастливы, довольны, и работа будет очень продуктивной. Но пока не попробуешь, не узнаешь.
Вот, но скоро я вам обязательно все расскажу. Я думаю, вы будете очень за меня рады. Ну, я, по крайней мере, очень рада. Но, опять же-таки, пока не попробуешь, не узнаешь. Но я думаю, что все должно быть хорошо. Мицеллярка работает, так что, мои хорошие, если вам нужно оттереть тоналку от куртки, спокойно берите мицеллярку, оттирайте, отмывайте и ходите чистые. Так, Надя что-то написала. Она вышла. Значит, она через 10 будет у меня. Все, за мной уже приехала Надя, так что я выхожу. Мы сейчас поедем в шоу-рум на Надиной машине. Что такое? А потом, возможно, зайдем в какой-нибудь ресторан, кафе. Сегодня у меня должен был быть какой-то напряженный день, но в итоге... Релакс! Что-то мне не нравится погода. Сейчас открываю шлагбаум. Хотя зачем я ей открываю шлагбаум, если я иду уже к этому КПП? Короче, ветер на улице и... Но мне нравится то, что абсолютно нету снега. Видите? Вообще ничего. Та-дам, ребята! Вот я уже с Надей на ее тачке. Так. Не моя тачка. Ну, все равно. И не моя. Ну и не моя же. Ну и не моя. На чьей-то тачке. Короче, едем тусить конкретно, гулять, тратить деньги. Короче, ну рассказывай, как дела? Мы с тобой 100 лет не виделись. Никак. Обычно. Блин, у тебя такие губы большие до сих пор. Мне кажется, как я сделала, они у меня вообще... Она тебя, наверное, мало залила. Но мне кажется, залила. Залила. А я говорю, больше, больше. Она такая, да-да. Ну, типа... И нет. Да нет, уж они... все равно больше стали, чем... Мне кажется, они, типа, знаешь, у кого-то... Быстрее рассасывают? Нет, мне кажется, не... вот у тебя, кстати, не быстро они рассасывают. Не, у меня тоже... не быстро. У меня тоже долго рассасываются. Ну, как будто, типа, все врачи, ты им, типа, говоришь, я не хочу, чтобы они вперед были, я хочу, чтобы у них был объем, но все равно они все делают, типа, в технике, в которой они привыкли делать. Кто-то научился сейчас, типа, вот такие приплюснутые делать, и даже когда ты им говоришь, типа, я хочу объемные, я хочу быть уткой, они делают, типа, все равно. Ну, вот мне кажется, что мне делают именно вот, как будто вытягивают наверх. Вот так, типа, растягивают? Ну, да. Типа не вперед. Ну, мне кажется, тебе идет. Вообще тебе идут губы. Я вообще, мне кажется, губы всем идут. Ну нет, я говорю, что всегда есть у всего какая-то грань. Да. Типа так называемая. Ну не, ну слушай, когда у меня была тёпка, я вообще типа плакать. Это была инфосанка. Да, я типа я просыпаюсь. Вот. Нет, у меня еще началось это прям в первый день. Я пришла домой. Я помню, сделала прям рано утром, часов 10, наверное, была. Пришла домой, поспать легла, просыпаюсь часов 4. Я понимаю, что у меня просто вот ну, на нижней губе как будто комок какой-то, я не знаю, льда. Ого, ну типа опухло сильно, да? Да, и они как будто сейчас разорвутся. И когда я увидела это все в зеркало, я такая... Ну тебе он, наверное, много сделал. У меня сделан там 0,6. За один этот раз было? Ну, это типа немного. Ну, вообще, да. Ну, единственное, что, может быть, ты до этого не так давно делала. Просто я обычно раз, типа, в полгода в год, получается, делаю. Ну, так у меня не меньше полгода. Да? Срок, конечно. Я тебе говорю, просто он очень медленно рассасывается. Может быть, поэтому. Я пошла из-за того, что у меня, типа, асимметрия уже началась. У меня тоже, кстати, бывает. Но это нормально, потому что, ну... Да. Оно, с одной стороны, где-то чуть больше рассосется, где-то чуть меньше. Тем более, что это абсолютно нормально, как у всех людей. Там брови разные, ну, не может быть ничего одинакового. Поэтому просто есть очень большая асимметрия. Есть такая, понятно. Типа, незначительная. У меня вообще была такая, что вообще этого никто не видел. Ну, я не видела. Ну... У тебя какой-то асимметрии вообще не видела. Ну, так сильно не приглядываюсь в губы. Это в свои же, конечно, каждый приглядывается. Да. Я же сижу там... вчера, ну, да. Ковырять в своем лице. Ну да, да. И мое. Мясо расковырять себе лицо. Короче, ладно, сейчас мы с Надей посплетничаем и пообсуждаем всех вас, а потом мы вернемся. Приехали. Сейчас посмотрим. Так, я нашла магазин.
сейчас мы туда зайдем в первый раз. Я не знаю, что за шоурум. Точнее, судя по картинкам, нравится. Так. Я не знаю, это то. Клиника нейромышечной реабилитации. Нет, это... А, вот, стоп! 1-8-1-1. Что 1-8? 1-8-1-1. Вот сюда мы приехали. Да, здесь красиво, и нам сюда. Так, все, мы приехали. Мне уже обозначили, что новая коллекция. Как раз то, что вот весна у нас сейчас, такое платьице с цветочками. Очень красивая. Вообще очень много классных вещей. Я уже все приметила, потому что оттенки мои все любимые, спокойные. Еще вот такие платьица с рюшечками тоже. Тоже все такое уже весеннее. Тренд сезона, говорят. Все очень милое, приятное. Очень много классных вещей на весну, да и просто сейчас даже ходить. Ой, мне нравится. Так что сейчас будем мерить, смотреть. Все очень классное. Пальтишки есть. Тоже, кстати, на весну неплохо будет. Хотя, может быть, оно и очень теплое. Не знаю, сейчас посмотрим. Такой вот уютный, красивый шоурум. И жалко, что я его раньше не заметила. Очень красивый. Вот это мне очень приглянулось. Широкие штанишки такие с рубашкой. Ну, короче, сейчас буду мерить и буду вам показывать. Очень приятные оттенки у вещей, все такое сдержанное. Я приехала в шоурум, который открыла для себя буквально недавно, 1811 называется. Ну, на английском, правильно сказать, ну, вы поняли. В общем, сейчас меряю вещички, такие джинсы сейчас меряю. Ну, верх, может, сейчас не подходит, джинсовка, но смотрите, как классная. Мне очень понравился цвет, такой прям темный. В общем, мне идут такие цвета. Да мне вообще все идет. Сейчас буду вам показывать вещички, которые меряю. Топы тоже очень классные. Так, я померила такие же джинсы, только на размер побольше, потому что те меня немножко сжали, да? Такое бывает. Кстати, по поводу такой кофточки. У меня есть история с детства. У меня у подружки была такая кофта. Я мечтала о такой кофте. Я помню, что променяла свою джинсовку на такую кофту. Очень нравится, обязательно надо ее взять. Классная. На каждый день под какой-то лук. Как вам? Следующий лук. Джинсы потемнее. Вот такой вот приятный, даже не знаю, ну, кофта. Типа свитерочек. Очень нравится. Как вам? Ребята, следующий лот. Вот такие вот штаны. Брюки. Такие легкие. Очень классные, но я вот думаю, брать, не брать. Потому что с каблуками это просто восторг. А я редко ношу каблуки, поэтому не знаю. Ну, верх это я так подобрала, чтобы вам показать. Что думаете? Но мне очень нравится, конечно. Так, ребят, самый главный вопрос, который мучает меня всю мою жизнь. Идет мне такая длина или нет? Говорят, что идет. Я просто привыкла что-то покороче. Но цвет просто восхитительный. Так, мне безумно понравились эти брюки. Просто надо сделать так, чтобы носки не торчали из кроссовок. Но брюки просто огонь. Как вам, девочки? Ребят, посмотрите, какой классный комплектик. Такие брюки тоже широкие. Рубашка. Я ее сейчас заправила. Возможно, не очень красиво заправила. Но мне нравится именно в таком формате носить. Вот сейчас покажу, как это все выглядит, если достать. Ну, кстати, штаны улетные, можно их и по-другому носить, и с другими рубашками, или вот так вот, как лучше, когда выправлено. Мне очень нравится, не знаю. Все, мы уже ушли из шоурума. Мне дали очень много классных вещей, которые мне понравились. В сторис многие показала, некоторые не показала. Ладно, шучу, все показала. Так что, если кто-то смотрел мои сторис, то вы знаете, что я взяла. Мы с Надей приехали в центр. Так что сейчас пойдем кушать. Ну, я хачапури. Очень охота кушать и пить вина. А еще пока мы ехали, я позвонила, забронировала столик, потому что... Ну, уже вечер.
И оказалось, что это было очень правильное решение, так как осталось одно место для двоих. Типа около туалета, ну не около туалета, а около входа, по-моему, но там вот если про те столики, которые она сказала, я думаю, что она имела в виду те. Мы со Славой там в прошлый раз сидели, и нам очень понравилось, потому что это прямо около окна. А у тебя нет таких ушек? Тебе тоже надо. Мне не дует в ушки. А, тебе не дует? Меня закрывает ушки. Дождик еще идет. Как приятно. Спасибо за эту погоду. Весна, блин. У Нади в машине есть такая фигня. У вас же, да, моет сзади камеру? Камера. Прикиньте, мне такое надо, потому что я обычно выхожу как дурак, с салфетками протираю. Это знаете, где это, короче, в Volkswagen в новых, ага. Вот в Шкодах и в этих. Что еще? В Audi, вот. Прикольно. Да, а, Audi. Кстати, знаешь, что мы будем делать с папой? Тюнинговать мою машину. Да, я вчера читала что-то. Да. Ну, про решетку радиатора. Да. Папа должен был ее уже заказать. О, кстати, мы проходим мимо Содомода. Я вчера, позавчера тут была. Вот, всегда, когда приезжаю в Содомоду, теперь хожу в Мама Тута кушать хачапури. Надеюсь, что мы сможем пройти, потому что обычно она тут была открыта. Черт! Да. А вы не сюда случайно? А, она открыта. Такая тупая фигня. Вы такой сейчас смотрите, стоите, а вы пойдете вообще? Я просто хочу, чтобы он как джентльмен открыл мне дверь. Хочу детей. А, это перекрикуха. Так, все, мы уже сели в ресторан Мама Тута. Мне очень нравится. Тут всегда очень вкусный сыр. Мне нравятся тарелочки, кстати. Да, да, тут вообще так атмосферненько сидим. Смотрим вот так вот в окошко. Так что сейчас будем кушать. Очень вкусный хачапури. Просто его обожаю. Не-не-не. А это уже пенец, да, лицо? Да, у Нади хинкали. Я, кстати, хинкали тут ни разу не пробовала, но думаю, что они здесь тоже должны быть вкусные. Любовь моя. Короче, прикиньте, только сейчас обратила внимание, что вот она кухня. И здесь очень быстро все приносят. То есть я даже не успеваю там закуску какую-то поесть, мне уже приносят основное блюдо, и это прям большой плюс этого ресторана. Уже какой раз я здесь, очень быстро все приносят. Короче, вкусно отсища. Мы мокрые, как просто крысы. Собаки. Да, точно, крысы. О, боже. Канализации. На улице дождь лютый. И мы сейчас бежали от ресторана. Сейчас бы после трех бокальчиков бежать. Просто спорт. Короче, намокли, но зато мы уже в машине, в тепле. И едем домой. Так, ребята, я уже дома, в хорошем настроении. Я уже даже нарядилась в пижамку, осталось только смыть макияж. Ну, в идеале вообще-то голову помыть. Ну, не знаю, может быть, я ее завтра днем помою. Сидим с Вивьеной, сейчас буду смотреть, сколько я сегодня наснимала материала. И вообще, достаточно ли по моим меркам для идеального влога, для идеального по хронометражу, скажем так. Эй, где моя зарядка? Это просто карусель. Так, что могу вам нового рассказать? Да нечего. Рассказывать нечего. На этих выходных мы с Кариной поедем на дачу к нашим мамам. И, конечно, в идеале планируется снять влог. Не знаю, правда, насколько мне известно, у Карины сейчас идет неделя влогов. Хотя я могу заблуждаться, но каждый день у нее выходит видео, поэтому, скорее всего, это неделя влогов. Не знаю. Но я, понятно, тоже хотела бы снять влог.
Но у меня обычно сдачи, влоги, мне кажется, не такие, как я себе представляю всегда в голове. Типа, они должны быть более насыщенные. А мне хочется больше времени проводить с семьей. И вообще, мне очень срочно надо сделать ресницы. Не знаю, говорила я об этом в этом видео или нет. Но сейчас у меня очень сильно реснички выпадают. Ой, как светло стало, почему? Короче, выпадают у меня ресницы. Я думаю, что это не то, что что-то плохое. Просто, так сказать, ресницы наши имеют свойство обновляться тоже раз в какой-то промежуток времени. Я думаю, что у меня сейчас как раз-таки тот самый промежуток времени, когда они у меня решили все обновиться. Кстати, Славы сейчас дома нет. У него сейчас полчаса, как идет урок, занятие. Сейчас полдесятого. С Надей переписываемся. Ору. Настроение хорошее. Сейчас мне предстоит смонтировать влог. Потом я очень сильно хочу убраться. Я не знаю, с какого фига я так заряжена на какую-то движуху. Я вам сегодня рассказывала в начале влога, что у меня должна была быть встреча. В принципе, уже нет смысла это повторять. Вы это все знаете. Все дело перенеслось на следующую неделю. И, ну, как бы, что поделать, что поделать. Бывает. На этой неделе у нас уже сегодня среда, почти четверг. Что-то прям организовать, не знаю, съемку, наверное, у меня не получится. Думаю, что уже на следующей неделе мне надо будет организовать съемки, фотосессии. Я очень счастлива, потому что мой инстаграм сейчас реально процветает. У меня очень хорошая лента, я очень ей горжусь. И реально, ну, то есть, даже недавно я могла сказать то, что, типа, блин, ну, у меня неплохие фотографии по отдельности, но вот цельно не могу сказать, что вау, лента. А сейчас я реально очень горжусь. И на самом деле, вот мы даже с Кариной недавно снимали реакции, они выйдут чуть попозже. Мы сняли две реакции, одну на кукинг, другую на влоги с Грузии. И мы с ней вспоминали времена, когда... Ну, это, кстати, не во влог мы снимали, мы потом еще посмотрели видео с Болгарии, но не то, которое вот вы видели недавно, типа неделя влогов из Болгарии, когда вот мы сколько там, год, два года назад были, год назад, ну, два года назад, наверное. В 2013 году, когда мы были с Кариной в Болгарии, мы там такие дети, и просто мы окунулись в ностальгию, вспомнили те времена, что, ну, все было так просто, типа мы настолько вот... Вот сейчас, оглядываясь назад, кажется, мы так легко жили, хотя, конечно, наверняка через пару лет, когда будут дети еще, да, например, то есть в любом случае больше всяких каких-то моментов таких, да, мы будем оглядываться на время, которое сейчас, и думать, блин, мы так легко жили, хотя сейчас я понимаю, что, ну, действительно, то есть тот же Инстаграм вести, это очень тяжело, потому что это действительно становится какой-то работой, но, знаете, я всегда такая, типа, ой, я не хочу, чтобы это было такое, типа, работа, мне нравится, что это, типа, хобби, но я постоянно забываю о том, что, по сути, ну, сейчас уже другие времена, и сейчас относиться к Инстаграму просто как хобби, ну, не то чтобы неправильно, но... Учитывая то, насколько много блогеров, насколько большая конкуренция, относиться к этому с такой же легкостью, как раньше, уже не получается. Ну, потому что иначе просто никто не будет тебя смотреть, лайкать. Понятное дело, казалось бы, да, мы как в каком-то черном зеркале. Кто смотрел этот сериал, мне очень нравится безумно. Каждая серия восхитительная, очень, очень крутой сериал. Кто не смотрел, посмотрите. Там была серия о том, что там типа девушка была в главной роли. Вся серия заключалась в том, что в зависимости от того, насколько большой у нее рейтинг в интернете, из-за ее рейтинга в интернете она может хорошо жить в реальной жизни. Типа, если у нее там рейтинг ниже там 3 или 4, она не может снять себе красивый хорошее жилье, то есть это жесть. Я не говорю, что сейчас у нас так, но по сути можно сказать, что так. То есть все, что иногда мы смотрим в фильмах, сериалах, ну, мы такие смотрим, типа, ой, офигеть, да, вот это вот, типа, придумают же. По сути, мы живем в этом же всем самом. Если у тебя не много подписчиков, то к тебе могут относиться просто как к фу. Я знаю много историй от знакомых блогеров. Это вообще
удивительные истории, я там не буду называть имена и так далее, но у меня есть знакомые, которые рассказывали о том, как они приходили на какие-то мероприятия в обычных вещах, типа масс-маркет, еще что-то, и просто, ну, на них смотрели вот так вот, типа, фу, у тебя нету сумки Chanel или у тебя нет сумки Dior. Иногда, к сожалению, в современном мире, в нашем обществе оценивают не потому, насколько ты хороший человек, добрый, добросовестный, честный, я не знаю, порядочный, а потому, какие шмотки у тебя в гардеробе. Конечно, для меня это все отвратительно, и мне хочется просто тьфу, вот так вот сделать всем, кто такое вытворяет. Но я могу сказать честно, я являюсь также заложником всей этой ситуации, поскольку это моя работа, и мне очень нравятся брендовые вещи. Я не могу сказать, что, типа, я покупаю брендовые вещи. Я в этом блоге ничего не купила, если что. Но я не могу сказать, что я покупаю брендовые вещи только для понтов. В какой-то степени, не то что понты, наверное, в духе, типа, статус. То есть моя дорогая сумка показывает мой статус. А если относиться к этому серьезно, то, в принципе, это еще из далеких времен пошло, ну, то, что там встречают по, там, типа, не то что одежде, ну, там, по обуви, на обувь смотрят, да, на сумке. То есть это в любом случае такой, ну, мне кажется, важный момент. Но, я думаю, может быть, имелось в виду не то, насколько у тебя брендовая дорогая вещь, а то, насколько она у тебя ухоженная, чистая, аккуратная. Но просто в реалиях современного мира... Что за темы я толкаю? Зачем я этот вино выпила? Короче, я клоню к тому... Я клоню к тому, что, к сожалению, мир такой, какой он есть. Иногда приходится как-то это самое контактировать с ним. У Славы на канале выходят реакции периодически с моим участием. Если вдруг вы не смотрели, то обязательно посмотрите. И ссылку на его канал я оставлю в описании. Я обожаю пересматривать наши реакции, потому что они всегда очень веселые, очень классные. Я уверена, что многие мои подписчики наверняка уже знают о том, что на канале у Славы выходят реакции классные, прикольные, смешные. Но если вдруг кто-то, кто новенький зашел, не знает, то рассказываю, что можете еще классно провести время, реакции выходят по 2-3 часа, поэтому это будет просто офигенный вечер. В общем, ладно, ребят, я сажусь за монтаж этого влога, я не знаю, к чему вот эта вся история про бренды у меня была, я бы что-то забыла, к чему я вообще вела. Наверное, скажу так, живите проще, наслаждайтесь жизнью. А, я вела к тому, что Инстаграм, ну да, надо стараться, ничего не поделаешь, ничего не поделаешь, но мне нравится, знаете, с одной стороны, мне не нравится, что у меня к этому такое отношение, типа, это моя работа, я прям устаю, реально, устаю реально. Но, с другой стороны, я смотрю на свой Инстаграм, и я восхищаюсь. Возможно, у меня сейчас очень красные глаза, я странно говорю, потому что только что-то кашляла, не знаю почему. Надо налить себе чая, очень долго, наверное, говорю много, поэтому, короче, не знаю, горло пересохло. Короче, я клоню к тому, что очень... Для меня важно, я думаю, для любого нормального, ну, как нормального, скажем так, для любого человека будет приятно, когда он смотрит на свою работу, на то, на что он тратит время, и у него нету таких мыслей, типа, день прожить зря. Я ненавижу испытывать такие чувства, это типа, знаете, когда я весь день дома не убралась. То есть для меня, если я весь день дома и сделала что-то полезное, убралась, погладила, постирала, неважно, просто сделала какие-то хотя бы дела по дому, смонтировала что-то, сняла что-то, это значит, что день прожит не зря. Но если я весь день просто проснулась и лежу вот так в кровати, для меня это реально, ну, не отдых. Не отдых, потому что мой мозг переживает, нервничает о том, что я трачу время впустую, и я волнуюсь очень сильно из-за этого, поэтому для меня очень важно всегда что-то делать. И если я не вышла из дома, то я обязательно что-то сделаю по дому, и поэтому, ну, типа, я не считаю себя ленивой, и это уж я не знаю, что я так с темы на тему прыгаю, но просто это я вот рассказываю, типа, как будто у меня интервью кто-то берет. Я не считаю себя ленивой, потому что если я остаюсь дома, то значит, что я делаю что-то очень полезное по дому обязательно. Разбираю вещи, выкидываю мусор, хлам. То есть для меня это очень тоже важный момент. И для хозяйки любой, да, у себя дома это очень важный момент. Если ты разбираешься с вещами, наводишь порядок, если тебе комфортно дома. Для меня это очень важно. И поэтому, в принципе, прикольно.
Я молодец. Все. Итог этого видео. Я молодец. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы хотите, чтобы я как можно чаще выпускала влоги и вообще как можно чаще с вами болтала, что-то рассказывала, что-то показывала, то, пожалуйста, поставьте пальцы вверх к этому видео. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Знаете что? 100 тысяч осталось. Подписаться на мой канал, чтобы у меня было 2 миллиона. Конечно, я уже сколько лет к этому иду, я не знаю. Я знаю прекрасно, что рост подписчиков на моем канале не очень большой. У меня просто есть ребята, которые смотрят меня периодически очень много лет. Я вам за это очень благодарна. И я ничего такого не снимаю для того, чтобы привлечь новую аудиторию, я это прекрасно понимаю, но я знаю, что есть ребята, которые смотрят мои видео и не подписаны на мой канал. Если вам не сложно, пожалуйста, подпишитесь, я обычно об этом не прошу, вот так вот, чтобы прям много, но мне будет безумно приятно, потому что я не знаю, будет ли это когда-то на моем канале. Наверное, пора задуматься о коллаборациях с блогерами, чтобы как-то обменяться, скажем так, аудиторией и еще что-то. Не знаю. В общем, ладно, ребята, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Спасибо, что смотрели этот влог. Всем пока.